подставку купить не отвлекаем. Ну, вот. Ну ты сумасшедший, а? Людмила Михайловна, с днем рождения. Вот ноты, и когда ты строишь... Сейчас едем в Академию искусств. Я с сегодняшнего дня начинаю курсы. Ты пришел, моя. Учись давай. Да. Я не очень доверяю вот этим интернету, потому что там столько грязи. У нас все будет дозировано, я сразу предупредил. Замечательная погода такая осенняя, ранняя осень, обожаю. Нет слякоти, солнце светит, тепло, не жарко. Ой, кайф, кайф, кайф. Настроение хорошее. Всем доброго дня. В Матвео уже 8. И я, это я, с таким красивым букетом Георгин. Сегодня я решил поздравлять своего педагога, Людмилу Михайловну, с днем рождения. Здравствуйте. Ой, боже ты мой. Здравствуйте. Сумасшедший. Ой, ну, сумасшедший! Ой, с днем рождения! Ну, дорогой ты мой! Ну, унесете? Ну, боже, слушай, подожди. Или самому мне занести? Нет, подожди. Ну, ты раздевай. На, Игорь, держи. Держи. Держите. Держи. Вот, это вот. Да. Проходи, дорогой. Поздравляю. Давай. Вот это да. По-русски. О. Так, проходи. Здравствуйте. Только дверь закрывай. Закрываю. Сейчас я... О, так, слушай, это надо ведро. Сейчас ведро поставим. Алишер, хорошо? Дорогой, ну садись, да? Я тебя буду сейчас угощать. Ничего, что мы... Это, я вот садись сюда, и мы с тобой сядем. Портить стол, ничего, гостей. Господи, боже мой, боже ты мой. Людмила Михайловна, живите до 100 лет. Нет, а? До 100 лет живите в здравии. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо, я делаю тибетскую гимнастику. Если ты хочешь, я могу переслать ее. Но мне пока нельзя, но я тебе перешлю, потом, да. Я тебе перешлю. Окей. И я сейчас уже 5-й день делаю, и ты знаешь, я себя там чувствую хорошо. Здорово. Тебе, скажи. Ай, как я люблю у вас вот так садись, вот. Вот садись вот сюда. Окей. Садись, скажись. Я сюда сяду. Так, теперь смотри. Все сегодня у меня здоровая пища. Сейчас я тебе дам. Ничего, что я снимаю, нормально, это так. А, нормально. Это будет цветная капуста, но в необычном соусе, сливочном. Окей. Там кальмары. Я вижу. Вот. Потом, вот мне кажется, очень неплохой, это я придумала его, баклажаны, салат с баклажанами. Я почему... А что, я один буду сидеть? Игорь, нет, пойдете нет, к столу? Нет, Игорь будет, и я буду сидеть. А вы гостей ждете на мы два, все да? Будем вы на два часа, да, гостей? А? На два часа пригласили? Они гостей? На два часа придут. А у меня три девчонки. Ну, понятно. Девчонки. Я не очень доверяю вот этим интернету, потому что там столько грязи. У нас все будет дозировано, я сразу предупредил. Ну все, пока. Дождь в Алмате. Сейчас едем в Академию искусств. Я с сегодняшнего дня начинаю курсы. Сольфеджио. Вот и теория гармонии. Так как я очень много пишу сам, для того, чтобы моя музыка была разнообразнее, интереснее для вас, ну и для себя, конечно, тоже. Решил заняться образованием в свое время, потому что упустил я этот момент. Ну, видимо, вот сейчас пришел тут то время, когда нужно этим заняться. Я думаю, что никогда не поздно начать учиться. Потому что желание было. Всем доброе утро. Минесса, спрячь свое лицо, чтобы тебя не видели. Я тебе не буду показывать. Так. Ну, завтрак почти готов. Это я все сам приготовил. Вот сейчас готовлю яичницу. Вот так вот. Сейчас вон они идут. Анвар и Алишер. И будем завтракать.
всей семьей. Как сказал братишка, завтрак от народного артиста. Вам, если вы завтракаете, тоже приятного аппетита, как и нам. Ага, Минесса вам тоже желает приятного аппетита. В общем, увидимся позже. Сегодня насыщенный день. Ну, приятного аппетита. Все в сборе. Диора, пойдем. Да. Хлеб от меня уберите, я хлеб не ем. Я ем вот такие хлебцы. Вот это я тоже не ем. Я ем вот такое. Вот такое иногда. И яичница фирменная. Она не как у всех. Почему? Потому что я добавил в нее яблоко. Будто картошка. Нет, вас нельзя снимать. Она еще рано. Она просится. Приятно аппетит. Ягоды принесли свежие. В общем, так выглядит завтрак Алишера Каримова. Печенье я тоже не можете убрать. Вот творог тогда. Дай сюда, собственно. Диора. Не снимай. Якобы иштега. Асфальт. Приятного аппетита. Всем доброго дня. Hello. Нифига не видно, наверное, да? Темно в парке. Сегодня у нас насыщенный день. Сейчас еду на вокал, потом еду на занятия по сольфеджио. Затем у меня студия. И если успею, я пойду на Eurasian Fashion Week. Ну, это посмотрим. В прошлой неделе вышел мой первый влог. Я думаю, что было интересно. Ну, конечно, мне немного непривычно. Вот, но я буду стараться, чтобы вам было интереснее смотреть мои влоги. Базар бардым казалдым. Шамамахара пасалдым. Это моя сокурсница Айман. Я в Академии искусств. Я влог снимаю свой в Ютубе. А все, что вот происходит в моей жизни, то я и снимаю. Мы выбираем самое интересное. Яркая, креативная. Ну, в смысле, ну не все, потому что зачем все знать? Лучи, и вот Айман меня обучает сейчас. Она у нас такая талантливая девушка. Время зря не теряла. Училась. Закончила композитор. Да, на композитора. Да. После этого я вот все это время гастролировал. Но никогда не поздно учиться. Вот моя тетрадь у нас сегодня уже. Третье занятие. В общем, будем включаться. Так. Ты находишься в чистом мажоре? В натуральном мажоре, потому что мажор тоже бывает гармонический и там, с знаками альтерации. Это потом, да? Да. Обычный стандартный мажор. В соль мажоре фа диез. Да. И ты здесь думаешь, значит не бывает. Какие интервалы возможны в этой тональности, в этом звукоряде? Здесь возможно. Без добавления всяких диезов и диномов и всех остальных. То есть в тональности прямо чисто, да? Соль, соль, соль. Не получается. Малой секунды не получится уже, потому что там ля бемоля и так далее нет. А, ну понятно. Вот, я тогда получится. Что? Говорить, что получится? Да, будет прима. Будет прима. Будет B2, B3, C4, C5, B6. А нет, B6. Сотни, да. B6. B7. B7. А, B7.
тональности. Понял, да? Ну ты, блин, шоумен. Учись давай. Так. Я тебе хотела дать обращение и разрешение интервала. Я тоже без вас. Салам алейкум. Ну, мы вот подъехали во дворец республики. Да, на репетицию. Здравствуйте. Здравствуйте. Это наши мастера Роза Багланова, Елена Серкибаева, Юлия Тульгена, Виктор Мусаевич. Роза Кланшина. Темновато здесь, сейчас пройдем. Свет. У нас же по времени? Да, по времени. Все, мы уже должны выходить на сцену. Что, вы готовы? Готова. Майя? Какая ты? Горячая штучка. Здрасте. Спасибо. А где ребята? Их не будет. Как не будет? Двое. Один опаздывает, а один вчера мы заранее говорили, что его не будет. Да кто? Джеки сам. Джеки. Вот именно я хотел его танец посмотреть, потому что меня волнует это. Ну, они, хочу, ну, они знают, ну, сейчас, да, с них. Да. А как, если вот сейчас я хотел посмотреть, а вдруг она на концерте залажает? Ну, ну, и тогда и поговорим, когда, если он залажает, то... Нужно, он не будет залажать, но в плане, типа... А да, вчера, да, мы вчера ночью целый день репетировали. Понятно, а это... Кто еще? Дети? Газ. Газ. А Газ почему? Он опаздывает. Через сколько? Конечно, он 2.30, кажется, будет. Мэри Кей. Мы проводим концерт Мэри Кей во дворце. Всегда в основном женщины будут? В основном женщины будут? Или мужчины тоже? Да, как обычно, как всегда. Это 99. Это Алишер Каримов. Да, я хотела поговорить. За оператор Дюсенов Нурсултан. В прошлом году мы не успели. Корреспондент Пекин Хомеш. Сегодня вечер будет очень прекрасным. Репетиция будет очень хорошая. Благодарю. Спасибо всем. Сейчас буду фоткать. Эй, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эй, восемь, семь, девять, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай, раз. Брик штурт без авто жетты сегис. Эй. Брик штурт без сегис тоус он. Сексен сегис токсан токс. Жиз. Эй, 600. Давай я найду. Да. Можно лицо выровнять? Что рассказывай. Что я могу рассказать, ребята? Сегодня мы выступаем. Давай, Китаджанагана.
Это могу повторить снова и снова. Можешь повторять. Но не хочу я повторять. Я не повторюшка. Мы вчера ночью репетировали. Я, Бикенгу, Анаш, Газ, Кашанов и Чекисон Тюлигенов, по-моему. Вот. Мы репетировали. Почти не выспались. Вот пришли сейчас такие не выспавшиеся. Потом Куня пошел в кино, он баран, без нас, но сестренка, так что он молодец. Вот, сейчас готовимся, вечером отожгем, все эти тетушки будут от нас вообще там, у них крыша слетает. Так что приходите, следите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вы что скажете, молодой человек? Челдой Маловек скажет следующее. Ребята, сколько лет мы уже работаем вместе? Ой. У нас сейчас будут концерты вот на этой сцене, в том числе, да. В ноябре месяце. Да. Дай бог, 15-летие творческой деятельности. Я хочу сделать, я не хочу супершоу. Будет балет, будет живая команда, и буду я. Ну, к свету все, без всяких спецэффектов. Без понтов, да? Шоу буду я и вы. Шоу будут люди, они неодушевленные предметы. Это всегда на втором плане. Сердце должно быть живое. Когда живое сердце, живые эмоции, вот это остается. Так что в ноябре увидимся. В общем, мы отрепетировали во Дворце Республики. Сейчас едем на рынок. У меня сестренка моя в положении младшая, и она хочет очень мясо, конину и коза. Для тех, кто не знает, возможно, тут у меня есть еще зрители не из Казахстана. Коза – это конская колбаса, очень вкусная, очень диетическая. Там нет холестерина, и мясо лошади усваивается в организме всего 2 часа. Поэтому оно считается очень диетическим. Для информации, говядина усваивается 12 часов. Баранина 24 часа. Так что попробуйте. Что еще я хочу сказать? Ну вот сейчас едем мы на рынок за этим мясом, потому что в супермаркетах то, что продается, это все ерунда. И потом я буду готовиться уже к концерту и к Fashion Week. Надеюсь, успеть сегодня на Fashion Week. Вот потом будет автопати, оттуда еще поснимаю наши жаркие моменты. До встречи! В Алмате пробки начались замечательно, как назло. Ну ничего страшного, все успеем. 8:30, да, выход? Какой выход? Я ж... Все хорошо, да, Через пять минут? Нет. Сразу говорю. 9 минут, да? 9. Окей. Уже 8. Ну просто тут 8. Я рассчитал все это. Хочешь, да, извините. Как вы заметили, мы уже в другую гримерную. Быстро переместились. Одна гримерная у нас для грима, другая для волос. Уже красивее некуда. 7 минут для выхода. Так, Анвар, это... На этой сцене специально для всех участников семинара «Америке и Казахстан» заслуженный деятель Республики Казахстан Алишер Каримов. Я, можно, вам буду исполнять? Пусть подумают, что между нами что-то есть.
Про артистов же много слухов ходит. Романы разные приписывают. И мне в том числе. Слава Богу, что в последнее время с женщинами. Песня «Ты» для всех влюбленных. Я всем желаю большой любви. Канале, так что подписывайтесь на YouTube канал Алишер Каримов и ставьте лайки. Я буду все интересное выставлять из своей жизни, обещаю.